Анна Седокова похвасталась огромным букетом из белых роз. Несмотря на проблемы в личной жизни, Анна Седокова регулярно получает красивые цветы от воздыхателей. В конце лета Анна Седокова призналась, что с отцом ее третьего ребенка, сына Гектора, она рассталась. Казалось бы, наконец-то певица обрела свое счастье. Дело близилось к свадьбе. Однако и тут не сложилось. Несмотря на очередную неудачу, воздыхателей у певицы не уменьшилось. Артистка по-прежнему получает роскошные цветы от мужчин. К примеру, совсем недавно Анне подарили огромный букет из белых роз. Кто именно порадовал певицу приятным сюрпризом, она не рассказала. Однако поклонники предположили, что Анна все же воссоединилась со своим возлюбленным, и у них все наладилось.